Вот мы приехали к самолету. Все, наша машина заезжает в самолет. Что же дальше? Все, ребяточки, двигатели самолета заведены, и я собираюсь улетать с этого проклятого острова, где много зомби. Все, ребяточки, газ в пол, и я полетел. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в игрушку Earn to Die, ребяточки, будем сражаться против зомбиков, посмотрим, насколько мы сможем их вообще уничтожить, так что, в принципе, ребяточки, поехали. Так, ребяточки, в прошлый раз мы с вами уже ездили на вот такой вот крутой тачке заделанной, собственно, давайте и продолжим нашу игрушку, только уже у нас есть вот это вот и вот это вот, или на автобусе, ребяточки, мы можем поехать, или на вот этих. Ребятки, здесь машина, смотрите, такая уже навощенная, тут полностью ракетный двигатель установлен, и она радиоактивная, ребятки, это ядерное оружие, перевозила она когда-то. Ну что ж, давайте начнем с обычной машины, ребяточки, ну что ж, погнали. Вау, ого, ребяточки, вот это взрыв. Давай, ого, я передавил, ребяточки, огромного зомбака. Вы это видели? Вот это круто, да? Давай, газу, нитро. О, вот, да, вот так, отлично. Просто супер. Вау, давай, огонь. Вау, давай на него. Ох, отлично, мы развалили огромного зомби. Сзади зомби бегут, спасите. О, отлично, просто супер, просто классно. Нет, да что ж ты будешь делать, а? Отлично, просто супер, ребятки. Это просто, ребят, замечательно, хочу сказать вам. Давай. Круто. Вау, бабах, отлично. Ребят, я остановился на полпути, хочу вам сказать, потому что мне, собственно, не хватило бензина. И я, собственно, и остановился. Так, ну что ж, можно перейти в гараж, ребяточки, и, наверное, поменять свое авто. Для того, чтобы мне хватило доехать, давайте возьмем вот эту тачку. Смотрите, как она становится. Вау, вот это да, вот это автомобиль. Вот это настоящая точила, ребят. Вы только посмотрите. Ха-ха. Вау, вот это круто. Вы такое когда-нибудь видели, ребят? Если вы уже, ребят, доходили сюда, ставьте пальчики вверх, ребяточки. И, собственно, пишите в комментариях, кто куда дошел или прошли в эту игру. Давай, поехали. Ого, ребятки, посмотрите, куда. Мы включили ракетный двигатель. Давай, вау. Вот это да. Наш автомобиль просто реально, ребяточки, взлетел. Вы это видели, какие я препятствия? Просто. Вот это да. Преодолеваю, ребята. Ой. Здесь бы нам бы нитро сейчас бы и понадобилось, а я все использую. Да, оказывается. Ну, бензина у нас, ребяточки, еще полные баки. Я хочу отметить этот факт. Так что давайте, собственно, с вами покатим. Давай. Вай. Давай, еще. Отлично, просто супер, ребяточки, просто классно. Отлично, ребят, я приехал на заправку, и это означает, что мы уже прошли этот уровень, и, собственно, наверное, мы с вами перейдем к следующему. Давайте посмотрим. Так, ребяточки, да, мы переходим, ребятки, к предпоследнему уровню, и давайте погнали на нашей крутой точиле. Вау! Вот это да. Вау, ребяточки, сзади бегут зомби, впереди зомби. Эти зомби просто везде, реально, от них деться просто некуда, ребят. Со всех сторон зомби. Вы вообще можете себе представить такое? Со всех сторон зомби, ребят. Вау. Вот это да. Давай. Отлично. Просто супер. Я считаю, что это, ребят, супер. Давай, газу. Да что ж такое, зомби прицепился, надо от него отцепиться, отстань от меня. Так, ребяточки, бензина у нас еще полбака, собственно, немножко меньше, но я думаю, что мы вполне с вами должны проехать этот уровень, пройти, собственно, так, чтобы не сталкиваться ни с какими проблемами, все будет нормально.
Ого, ребят, вот это я и вижу. Посмотрите направо и налево. Давайте. Вау. Хо-хоу. Вот это да, вот это они пострадали. Ребятушки, бензин уже моргает лампочка. Ребятушки, а что это такое? А, это уже оказывается последний уровень, да? Я думал, это предпоследний, но это уже, ребятушки, последний уровень. И вот мы приехали к самолету. Все, наша машина заезжает в самолет. Что же дальше? Все, ребяточки, двигатели самолета заведены, и я собираюсь улетать с этого проклятого острова, где много зомби. Все, ребяточки, газ в пол, и я полетел. Отлично, ребятки, наконец-то я спасся от этих злых и нехороших зомби. Теперь будет, я надеюсь, все в порядке. Это просто, ребятки, круто. Все, я улетел. А что это еще тут у нас, ребятки? О, ребятки, со мной в машине вместо пробрался зомби. Вы это видели, ребятки? Он пробрался со мной и, наверное, в следующей части меня просто сожрет в самолете. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами сегодня дошли уже до конца в игру Earth to Die, ребяточки. Если вы еще не подписаны на канал Вечное Детство, обязательно это сделайте. Нажмите на кнопочку подписаться, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Мы сегодня играли в машины-зомби. Пока-пока, ребята.